Наш топ-сейвов открывает вратарь Ростов-Дона, олимпийская чемпионка Анна Седойкина. Бросок с правого края и хладнокровие донской красавицы. Оцените это еще раз. На четвертом месте Эвелина Аношкина из «Звезды» и ее рука, которая дотягивается до мяча и огорчает полные трибуны кубанских болельщиков. Сейв Валентины Дегтяревой из «Астраханочки» занимает третью строчку рейтинга. Секрет – вовремя поднятые руки. Такого голкипера сложно перебросить. А в этом случае оказалось невозможно. Ирина Михайлюта из Кубани не теряет контроль над ситуацией и тоже попадает в список лучших вратарей четвертьфинала. Уверенная игра один в один. И второе место. Первой сегодня стала представительница «Лады» Елена Уткина. Несмотря на то, что отраженный пенальти в гандболе случается чаще, чем в футболе, отбить его дважды удается не всем. Только лучшим из лучших. Ростех открывает дорогу научным прорывам и внедряет новейшие технологии. Мы поднимаемся в небо и космос, стоим на страже безопасности и мирного будущего. Мы расширяем возможности каждого человека. Ростех – партнер в развитии.